Всем привет, ребят! Так, сегодня необычный выпуск карантинных хроник. Сегодня первый день, как мы выезжаем вместе с семьей в торговый центр. У-ху! Нет, здесь должны быть рамки. О, вот они. Так. Действительно, 15. Роуз. Моя мечта. Мечта просто. Видела бутылочку для это, приворотного зелья? Видела? Такая сердечко. Точно. Я про них забыла уже. Это маленький совсем. А вот! Вот они, били после сна. Пожалуйста, ты. Да, 5. Так. 3. 4. Держи 4, а то у меня уже не влезает. 5. Держи. Они там нормально по фитилям? Да. Ладно. Далай-лама. Я была бы не я, если бы я не прошла здесь. Наши покупки. Всем привет еще раз. Ах, конец съемок. Время 10:48. Мы закончили покупки. Сейчас стоим, ждем заказ из KFC и поедем домой. Вот. Я не знаю, зачем я это говорю, мой покупок вообще очень бесполезный. И да, это останется за кадром. А я взял по 3 чебурека, по 3 раза, с курицей, с бараниной, с говядиной. Сидим, все сидим.